Это крыша Цветова. И мы на вечеринке, посвященной Элю из страны Басков. Сидру. А, Сидру, не Элю, все верно. Ну, слушайте, ну это третья вечеринка за сегодня. Я даже не буду переписывать этот момент, потому что, ну ёба-боба, сколько можно. Да, а мы можем двигаться вперед и посмотреть, что же там происходит. А, суть в том, что светская жизнь, она не сконцентрирована в каком-то в одном месте, она рассредоточена. И светскому человеку приходится перемещаться из одной точки в другую. Человек должен быть готов к этому, должен одеваться, соответственно, чтобы соответствовать везде. То есть, ну, поскольку сейчас лето, поскольку меня предупредили о том, что это веранда, и я предугадал эти моменты и оделся соответственно. Я не выгляжу здесь нелепо в этих своих шортах. Рок-вечеринка, это не то же самое, что рейк, и здесь по-своему мило, и здесь можно отдыхать, ну, отдыхать и развлекаться, и здесь нужно отдыхать и развлекаться, и, ну, я лично здесь чувствую себя вполне органично. И всем рекомендую проводить время именно здесь, и именно так. Оле!